Привет, ребята. Это исследователь. Небольшой обзор пива. Пиво барахло. DD387. Какое-то горькое. Хотя здесь рекламка какая-то. Типа солод. Но на вкус совершенно противное, но алкашне нравится, в общем-то, описывать даже нечего, какая-то просто санина, которая стоит, в общем-то, дофига, где-то 60 рублей, то есть почти доллар получается, вот такая вот срань, крышечка откручивающаяся, решил попробовать, ну и впустую потратил, конечно, деньги, на этом все, пока, ребята, подписывайтесь.